В 87 году у меня уже был сын Магомед. В 88 году, через год, на вселенной родился Хабиб в 88 году. В 91 году дочка, трое детей. So I can't go out there. Я детство вспоминаю, когда я помню песни из мемориз. Полтора года уехал, четыре года обратно приехал на год. Я думаю, к этому времени деньги для вас не будут ничего. Я считаю, вот этот мир через окно, где я родился, эта история меня будет устраивать. Я знаю, что я смертный, все отхватить денег не смогу. Но то, что сделал я историю для своего малого и России, во всем мире для смешивания, могу сочетать. Я сполна отдался. Thank you.
Oh.